Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, перед нами Vivo V20 SE. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять стиль шрифта на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки и в настройках выбираем пункт «Экран и яркость». Здесь, в «Экране и яркость», пролистав немного вниз, мы видим пункт «Стиль шрифта», но нажав на который, мы видим, что здесь нету никаких шрифтов. Что же делать в такой ситуации? Есть вообще два варианта. Первый, если у вас здесь нет никакого стиля, это значит, что нужно ждать новой прошивки на ваш телефон, пока сюда добавят шрифты. Второй же вариант, это шрифты будут доступны на других языках. То есть у меня сейчас русский, и, как видите, у меня нет никаких шрифтов. Но если я зайду в систему, выберу, к примеру, английский язык, теперь вернусь обратно, и я думаю, что должны появиться другие шрифты. Давайте зайдем в дисплей, стиль шрифта, и здесь у нас уже есть два шрифта, то есть стандартный и классический. Со временем разработчики могут добавить еще больше шрифтов, так что если вы смотрите этот видеоролик уже через какое-то время после выпуска, то советую вам проверить, наверняка ли там не появилось ничего нового. А мы на этом будем заканчивать. Больше видосиков про этот телефон найдете у нас на канале. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!